Кто с нами не убивал на раз еще? Мне нужна помощь. А ты раньше убивал Эрес? Древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Пыщ, ты знаешь, как напуливать трэш на протопала, на танка, который танчит трэш на Эреске? Ладно, посмотрим. Альпич, ты знаешь, что надо бить взрывом разума на третьей фазе? Потому что ред третий. Знаю, потому что маны нету нихуя. Потому что все ред третий во тьме. Потому что надо заходить в черную дыру. Давайте командира убиваем. Говорят, трэш пофиксили. Да. Она ТВРС. Не, там обнова была. То, что в одной пишется, это все изменения, которые были с осени до сих пор. Помните, когда ему сначала повысили урон, а потом понизили? То что это... попало в общее объявление, это то было в общий список. То есть это эти 4 стака, которые набираются... автоматом, считай, ничего не поменялось, да? Давай, ралли. Thank you.
И да, и нет. Мирандос, ты с нами убивал Рейс уже? А с вами нет. Да, хилил когда-нибудь? Да. Только десятку. Где перекачать сейчас спек, чтобы потом не было проблем? Прямо сейчас иди и качай вот эту штуку и вот эту. Понял? Я тебе еще тогда сказал. Да, да. Потому что это нужная вещь для РСДС, перьеровать меня особенно. Ты будешь хилить тьму. А тьмы? Там если нормально аирдрой и холикрист, можно одно его мою все хилить. Ты, наверное, Джерри, меня не слушаешь. Я слушаю, я сказал, если там нормальный холли... Есть лейн, они не действуют. Давайте, пристабав лапу. Ладно, лапу дам. Дайте по бафу, помогу. Селфиш Мурон тут? Да-да-да. Так, все, Войд, начинай. Погнали. Дом, успеть не станка, помоги сейчас затанчить. Я уже тут. Да не спекайся. Подайте мне каску, пожалуйста, и все. Протанчить Муса Войд вторую копию, Поклонский первую. Иди начинай танчить, прохилите его с пула. Минус 37 тысяч. Бью в хилаш моде. Двое сильнее страдания. Давай по-клонски прожмешь сакру на втором разделении. Прожимай сакру. Давай каплю на Войда. Без вас я бы долго не продержалась.
Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Запускай босса. Черные драконы. Алекс Страза выбрал достойных союзников. Жаль, что придется... Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь... В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел! Так, давайте по тактике разберем. А Мирандос, ты же хилил во тьме? Да, да, да. Знаешь, в принципе, там на лезвиях подхиливает танковое исцеление и все такое. Так, во тьме хилит банановая Селена, Мирандос, Фиту, Джирин, Васап. Боль, ты лок, кинешь на третьей фазе СС на Джириона. Четвертая пати остается добивать големов. Альпич, ты услышал? Первая фаза заканчивается, мы добиваем големов, потом заходим во тьму. Так. Тьму танчит. Протанчу. Свет Void Knight. Поклонский протопал танчит трэш. Пыщ-пыщ-бах, делай на него потом макрос, напуливаешь. Есть рыба? Да, есть. Спасибо. Да, во тьме диспелит банановая, в свету Dead Mind. Кстати, Dead Mind, я твоего друга взял. Это твой друг, да? Мирандос, ты сделал спик? Да, уже подлетаю. Давайте тогда шкаф с умением Мирандоса. Паладины, разберите ауры. Ни к чем. Слышишь меня? Кричишь на хп, когда заходим во тьму на вторую фазу. И на третьей фазе тоже, когда она начинается, в себя уходит, тоже кричишь на хп. И стакай раскол. Боль, боль, ты тут? Поставь шкаф. Я уже в инсте. Ты в инсте уже? Боль, ты услышал про СС? Пришел. Так, ну давайте бафать шамана еще. Каску ему. Интеллект. Чего не хватает тебе? Не забывайте, что четвертая партия остается добивать големов. Чек на пул. Аюр. Все готов. Все, протанчу, начинай. Раньше танка никто не пуляет. Все время стоим в квадратике. Во тьме в звездочке. Потом поставлю. Перед метеоритом всегда подальше отбегаем. Раз будет метеор, смотрим. Побежали. В лужах не стоим. Нормальное оружие. Лужа разлить, сбейте босса.
Танкокер, метка. Что-то слабо трэш сливается. Да-то заходим от фрейма, сейчас метеор будет 5 секунд. Масап метка, отошли от метеора. Бежали. Далеко падает. Лужа в рейд течет, смотрим. Нормально. Не забудьте обновить крик на хп. Воет метка. Трэш какой-то слишком рослый. Так, братанчик, заходи. Рейд заходим. Четвертая пати остается. Я поставлю метку. Везде стоим. Дорн метка. Не, демон заходит во тьму. Заходи. Хорош. Спасибо, что сказали. Думаю, надо заходить. Чтобы под дыханием сдох. А, понятно. Не повезло. Заходите, сюда бери. Пристабаф. Интеллект, дай мой крест, Джерион. Подходите к порталу, все, заходим. Давайте быстрее. Пульсация сейчас будет лезвие. Дорн, на сементку дайте более баф еще. Паладина добавьте. Мизантроп, заливай Инер Мирандосу. Оффорд Инер Мирандосу. Наново назад метку. Смотрим лезвие. Стали в квадрат. Поклонский меточка. Так, пошла третья фаза. Выходим в портал. Первый пати остается. Кричи на хп, ни в чем. Стали в квадрат опять. СС на Джериона. Взрывом разума бей. Давайте рост в свету. Следи за Гро по трэшу. Сейчас трэш немного починили. Мягчом выноси метку. Масап метка. Сейчас будет метеорит. Смотрим. Побежали метеор. Мирандос, давай рост во тьме. Отошли подальше от босса, смотрим, куда лужи льются. Так, лужи нормально. Так, РДД. Все РДД переключились с большого голема. Стопаем по Халиону, свет убьем только трэш. Давайте, все в трэш. Покупи пока мелкий трэш. РДД, помогайте трэш сливать мелкий, сейчас с ним беда. Так, убили большого голема, добили мелкий трэш, встали опять в метку. Оффорд метка. Стали опять в квадрат, вот так. Заливал Иннер. КД 40 секунд. Побежали метеорит. Сейчас посмотрим лужи, потом дадим гим на ману по команде. Так, смотрим лужи, нормально. Дедмайнд. Альпич, давай гим на ману. Мараксус, выноси метку. Сыграли все в трэш. Ставь тотем. Чур-чур. Хил умирает. Давайте заходим в лужу. Показывайте отхил по БДК. 40% было на Халионе, да? Да. Небеса в огне. Выходит или смерть, что мне? Войк Найт. Нихера себе. Мальчик убил, у меня только сейчас прогрузился. Так, животское пламя.
Халеон его убил, не хилили. 3 секунды Халеон. Почти. А чё вы его не хилили-то? Легко можно. Так. Жизнь Земли убыстрена цвет один раз. И быстрена, да. Это что, за 6 секунд две быстрены было и 2 раза частицы света? Кстати, мне никто ману не заливал в этом бою. Я думал, что-то не ту с маной. Я, наверное, промахнулся. Тебе все равно на третьей фазе должны заливать, а не на второй. Банановый готов? Юр. Интеллекта нету. Заходите за линию, все готовы. Заходите за линию. Начинай. Ладно, все то же самое. Метка. Это шли от буса, метеорит. Бежали. Смотрим лужи. Лужи нормально. Дор, выноси. Селена. Банановый должен диспелить, не селеновый. Отошли от босса, сейчас будет метеор, встали в квадрат. Так, метеор побежали. На, теперь инер. Лужа в рейде, встали в квадрат. Ничем не забудь, крик. Вот метка. Боже, стоишь ДК. Протанчу. Тебе ГП кидай за это. Заходи, протанчу. Рейд зашли. Молодец. Ничем, тебе все в порядке? Но это уже ГП. Так, офер подымешь, никчёма. Можно заходить? Нет. Заходи. Пошли. Мизантроп, Иннер, Мирандосу. Офер, Иннер, Васабу. Смотрим лезвие. Сейчас метка с лезвиями одновременно. Мизантропу, неси метку. Уфорт, метка. Процентаж. 55. Сейчас будут последние лезвия, потом метка, потом переход. Так, боль, метка. Пошла фаза. Самогон кричи на ХП. Дайте длань свободы на боль. Оффорд поднимай никчема, пока рост не надо. Никчем, заходи во тьму, прохильте его.
Можно заходить во тьму, да? Да. Давайте рост в свету. Встали в квадрат. Опять вас отметка. Тут плохо дис... Так, ну это ГП. Кто так здесь пейлил? Заходите в лужу. Селена, пожирание души населения. Селена, ты в РК? Я в РК, но я последнюю сейчас диспейлила. Предыдущая, какая разлилась, была на мне, диспейлила не я, но... На шамане было. Смотри, диспейл шамана. Это так, кроме... Ну а кто диспейлил шамана? Последние две метки на мне были. Последнюю я диспейлила уже когда вайп, а предыдущую диспейлила не я, она была на мне. Ну, все равно на мне, я ее, значит, недовынесла. Кидайте мне. Так кто сдиспейлил? Бананова, ты сдиспейлил? Какую метку? Ну, которая в центре была. Да, ты что еще задел? Какой вопрос, блядь? Ну, она сначала говорить на какие-то предыдущие метки, я уже не понял вообще, о чем речь. Вы не поняли, как вы умерли во тьме? Нет. Покажите, кто здесь спылил Селены. Ну, у кого-то есть одно кино ГП. Я знаю, кто во тьме. Да таргет Селены, кто ее диспелил? Точечно там можно выбрать. Там лопа интеллект пройду. Бананов, так это ты диспелил? Селены, да забейте, кидайте мне и так ХП дофига, мне пофиг. Ну, в центре, в рейде метку сдиспейлил во тьме, это ты был? Самогон, посмотри, у кого поселение был диспейл. Ладно. Нельзя классно, что ли, как в рекаунте этот? На конкретно кого диспалил, допустим, тоже Бананова, и там все весь список. На самом деле, нет, нельзя. Да там на ник наш. Да ну, нет. В общем, Трейси, а ник чё, Манкокер, Фрешбут, никто не может посмотреть, что ли? Все понятно. Просто хочется знать, кто так тупит. А Юр готов? Угу. Все, давай, начинай. Банановая метка. Бежали. Мирандос выноси. Отошли от босса, метеор сейчас будет, в квадрат встали. Thank you.
Бежали. Смотрим лужи внимательно. Так, нормально, лужи встали опять квадрат битву. Не забывай кричать на хп. Ничем, он кокер, выноси метку. Так, пошла фаза. Братанчо, заходи. Братанчо зашел. Рейд зашли. Четвертый. Банановый опять метка. Не сещайтесь пока к порталу. Через одну секунду можно заходить или нет? Заходите, да, заходите. Ну, давайте заходим. Мизантроп, давай Инер Васабу. Лафорт, Инер Мирандосу. Смотрим, сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Селфиш Марун. Потяни его на себя. Уфорт, метка. Процентаж. База 50. Ну, в этот раз еще быстрее перевели. Ждем, не выходим с портала, не выходить, будет метка сначала. Поклонский выход, метка. Все, выходим теперь. Так. ДПС много. Встали в квадрат. СС накинь на Джерри, если откатился, давайте рост в сейту. Катился СС? На сколько минут, скажи? О, нас на той перебежке побежали, короче. Сейчас кинешь СС на Джерри. Смотрим внимательно лужи, следим за группой трэшу. Во тьме дали рост, альпич метка. Джерион, поставь огненную ауру, или мы все сдохнем здесь. Ничем, выноси метку. РДД, бьем большого голема. Милики, мелкий. Мизантроп, ты сливал уже звездопад? Не сливай звездопад, если не сливал его. Васап, метка, встали опять в квадрат. Бейте Халёна, Анкокер, метку. Сейчас будет метеор. Смотрим, побежали. Мизантроп, сейчас кинешь звезду, ну не сейчас, на трэше вот этом кинешь. Не бейте Халёна, если ты, ждем пока. Боль выноси метку, РДД переключились с большого голема. Миленький игра, мелкий трэш. Так, давай звездопад, мизантроп. Сколько КД? 14 секунд. Все, не давай, вообще по команде только будешь давать, слышишь? Дорн, выноси метку, диспейте, играйте в Халёна побольше, 60%. Так, метеор, перебежали, поклонский, дай каплю на Войда. Если лужа потечет в рейд, кинешь сакру. Нормально, лужа. О, кстати, да, Инвер сейчас залью. Альпич, выноси метку, играйте в большого голема. Так, мизантроп, подходи, давай, звездопад, играй большого голема. Там хватку природы прожми. Калёна, Святу, только трэш бьем. Так, Альпич, спой гимна ману. Оффорд, выноси метку. Открывать вести можно. Подымаю Оффорда, вставай. Сразу дали баф по Фералу, побежали метеор. Поклонский, дай каску ему. Джерин кулак. Перебежали, смотрим. Лужа нормальная. Играйте пока в Халёна, Святу. Все, переключились с большого голема. Джерин, внеси метку. Уклонский, давай сакру. Давай сакру. Играйте в большого голема пока. Ни в чем, внеси метку.
Слушай, каст, метка, встали в квадрат, бейте Халиона пока. Трисия, метка. Так, метеор, побежали. Так, не бейте. Заведи ману, кто не заливал. 50%. Мизантроп, офор, и сабу. Мизантроп, выноси метку. Играйте пока в большого голема. Можно спеть гимн от хил свету. Добейте большого голема уже, и потом будем добивать Халиона. Мизантроп прожимает звездопад. А Юр выноси метку. Все, становимся в квадрат, играем в Халиона. Понял. И просто не знаю, ладно. Думал, что добьем, побежали. Изи босс. Тапки на Милика. Смотрим ПР.